пятницу в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Днем минус 9, минус 11 градусов, ночью 13-15, ниже 0. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Сызрани на небе тучи, в светлое время суток минус 10, в темное минус 13 градусов, восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, днем минус 8 градусов, ночью 14, ниже 0, восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурное небо, снежок, днем минус 11 градусов, ночью 15 с минусом, северо-восточный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.